отцы, братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю со светлым, светоносным, великоторжественным и ни с чем не сравнимым праздником Светлого Христового Воскресения. Сегодня благодатный огонь, как и в прежние годы и века, вновь сошел у гроба Господня. Эта благодать знаменует нам еще один год милости и долготерпения Божия. Будем благодарить Бога за всю Его щедрость к нашему человеческому роду, за всю Его отеческую любовь ко всем нам, за всю ту милость, которую Он оказывает нам, несмотря на наши слабости, прегрешения, падения, грехопадения. Пусть сегодняшний светлый день каждого из нас обымет своей настоящей, подлинной, ни с чем не сравнимой христианской пасхальной радостью. Простимся друг другу воскресением и начнем новую жизнь сегодняшнего дня, воздавая благодарение Господу и понимая, что каждый из нас перед лицом Божиим Его творение, и для каждого из нас уготовано Царство Небесное. В нашем народе есть такая очень добрая и подчас сейчас забытая пословица: «Семья вместе, душа на месте». Вот когда мы все вместе, тогда у нас действительно на душе мир, покой, благодать и ощущение силы и уверенности, что очень важно нам с вами во все время, но особенно тогда, когда мы в этом мире живем бурном и суетном. Сегодня мы все вместе, потому что и мы собрались в Божьем храме вместе с нашим духовенством, вместе, все вместе, верующий православный народ, и вместе с нами глава нашей области, руководитель нашего региона Александр Сергеевич Мишарин. Мы все переживали за его здоровье, и на Рождество было чувство некоего сиротства, когда, Александр Сергеевич, вас не было, а сегодня вы с нами, и мы приехали раньше из со Святой Земли, и огонь сошел вовремя, и все, слава Богу. Поэтому сердечно поздравляем вас с сегодняшним светлым праздником, желаю вам доброго здоровья, великой и неоскудевающей помощи Божией в делах по утверждению жизни нашей на Урале, особенно здесь, в Екатеринбурге и в нашей области. И желаю вам, чтобы, как и все мы сегодня, почувствовать, принять в себя эту великую пасхальную радость, эту великую силу, которую дает нам Господь в своем светлом празднике воскресения. Христос воскресе!